Изменения и дополнения важны и касаются полномочий городской думы. Необходимость поправок в уставе вызвана текущей ситуацией в Димитровграде, подчеркивают депутаты. Люди просят довести порядок в городе, люди просят все привести в соответствие, что мы и хотим сделать. Мы не хотим превышать свои полномочия, и мы ссылаемся только на федеральный закон и закон Ульяновской области. Вернуть прямые выборы главы города депутаты не могут, однако по предложению Гордумы в уставе должны быть полномочия представительного органа власти назначать исполняющего главы города в случае вынужденных ситуаций. В случае непринятия городской думы решения об избрании главы города из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, обязанности главы города временно исполняет лицо, уполномоченное решением городской думы. По мнению депутатского корпуса, это изменение и ряд других поправок устранит в уставе правовой вакуум, пробел, что в дальнейшем поможет избежать ситуации, которая сложилась сейчас, когда уже полгода нет главы города, а кандидатура, исполняющая обязанности, не согласована с представительным органом власти. Это неправильно, уверены депутаты, ведь их избрали горожане, оказав доверие и ожидая добросовестной и самоотверженной работы. Конкретные поправки по уставу – это то, что городская дума, у нее прописано в ее полномочиях избирать главу. Так почему не прописали, что назначать исполняющего обязанности? Это логично же. Согласно федеральному закону, областному закону, это право есть. В публичных слушаниях по внесению изменений в городской устав могли принять участие все желающие, открыто высказать свое мнение и предложение. Это не мертвый документ, и приходит новое время, приходят новые люди, новые вызовы и новые видения ситуации. Пришла пора и внести поправки, и изменения в устав города, которые не ущемляют интересы горожан, а только защищают их. Нужно искать те пути, которые позволят все-таки прийти к единому решению, чтобы исполнительная и законодательная власть были едины, как взаимодействовали. Все предложения, которые прозвучали на публичных слушаниях, войдут в итоговый документ. Уже учтены и замечания прокуратуры Димитровграда. Окончательное решение по внесению изменений в устав городская дума примет на мартовском пленарном заседании. Арина Макарова, Анжелика Барвинок. Наше время.